Молодежный театр «Глобус» организовал сегодня интерактивный праздник. Творческие, игровые и спортивные площадки привлекли детей и родителей со всего города. Как метод «Глобуса» помогает выбрать хобби и даже будущую профессию, узнала Екатерина Макаркина. На площадке перед театром «Глобус» в этот день развернулось, пожалуй, самое необычное учебное заведение в городе. Школа магистров предлагает всем желающим попробовать свои силы на трех факультетах – научном, спортивном и творческом. Занятий хватит на весь день и скучно точно не станет. На каждом факультете по нескольку предметов, но с контрольными и домашним заданием сталкиваться детям не приходится. Здесь можно попробовать себя в профессии и найти увлечение. Научиться снимать кино и снимать отпечатки пальцев. Дети летом на даче где-то еще, им же все интересно. И вдруг случилось 1 сентября, и как бы мир сузился. А мы хотим, чтобы он не уменьшался, что он очень разнообразный, в нем много всего. В нем очень разные вещи, игры, роботы, подводные жители, криминалистика. Этот праздник – не праздное развлечение. Родители в поиске секций и кружков для детей. Здесь выбор огромный. Я хочу для сына найти, мы учимся в первой смене теперь, и у него появится свободное время для кружковой работы. И вот знакомимся, какие организации в городе, что интереснее, что ему ближе. Он, по-моему, нашел себя. Метод «Глобуса», так называется этот праздник, проводят каждый год, но площадки обновляют. В этот раз впервые появилась зона для керлинга. Сегодня одно из самых популярных у детей мест. Керлинг – это очень такой азартный вид спорта, когда вот этот дух азарта появляется, потому что можно проиграть буквально миллиметр или сантиметр. Идешь на меня, но только мячиком защищай голову. От спорта этих детей оторвать трудно. Неудивительно, ведь физическая активность в этом случае требует и смекалку подключить. А главное, увлекает детей дух соревнований. Мне сильно очень нравится здесь. Но самое интересное – это айкидо. Мне здесь очень понравилось, и поэтому я здесь очень долго занимаюсь. И нам дают такую анкету, где надо заполнить в каждом столбике по две печати. Тогда получишь такую медаль магистра. Чтобы получить медаль магистра, нужно постараться, а именно попробовать себя во всех предложенных ролях. Выбрать из всего многообразия увлечений самое близкое по духу можно уже позже. Екатерина Макаркина, Евгений Макаров, Новосибирские новости.